Привет, зритель! Сейчас будет обзор моего предновогоднего заказа с Ифраше. Я там год уже не делала заказ. Ну, можно сказать, что я теперь раз в год делаю заказ. Я посмотрел там на сайте по информашке. В прошлом году, кажется, я два заказа делала. Один, видимо, лимиток, и один парфюмерии, которая вот у меня до сих пор еще есть. Это мои любимые, одни из моих любимых духов. Они, по-моему, уже скоро, возможно, на Ифраше будут снятостью, потому что Secret de Sens серия закрывается у них, а может, уже закрылась. Это эликсир Bois Sensuel. Ну и вот мне человек, подруга, задарила монетку, и обычно она мне на Новый год что-нибудь такое сладкое посылает, а тут что-то она мне скидывает денежку, типа это, с посылкой никак, но зато это можешь что-нибудь успеешь купить за 2 дня до Нового года, практически за 1.5 дня до Нового года. Я в такой ступор встала, думаю, блин, у меня тут это, кулинария, все на уме, думаю, что я вообще хотеть могу. А потом вдруг вспомнила, что я очень хотела и Ифраше, лимитки, и думала, ну, как бы, с одной стороны, было бы неплохо, если бы кто-нибудь подарил, но обычно, как бывает, когда вот ты что-то кому-то даришь, то, что вот человек хочет или еще что-то, не всегда есть те люди, которые понимают, что тебе тоже хотелось бы получить подарок именно то, что ты хочешь. В общем, вот, я вчера забрала, так как наша почта... Вот в Солнечном она бы работала больше дня, чем тут, вот в прошлом районе, где я жила. Так как наша почта работала не как в Солнечном бы, я не знаю, как в этом году в Солнечном на самом деле работала, то я смогла забрать только вчера. Так-то могла бы, допустим, в понедельник забрать, если бы она работала. Ну, допустим, этот момент с почтой. Но так как я вчера что-то какая-то вообще по чужой вине... Вот я считаю, что это совершенно неправильно. Когда у человека маленькое дитё, и оно болеет с температурой, а мама этого дитя тащит это дитё в гости к кому-то, кто подвержен всяким простудам не меньше, чем ее дитё. Да и вообще, даже если не подвержен, то, во-первых, ребенок год дольше болеть. Мало ли какая 2 раза где подцепится. И нефиг потом, вот не понимаю таких людей, которые потом жалуются, вот она опять заболела, мы сидим на больничном, я хочу на работу. У меня была одна такая подруга знакомая, и то, и другое, можно сказать, в кавычках, можно сказать, просто знакомая, да, из одного областного города, которая своего ребенка болеющего таскала в снежок, в снежку играть в снежке, а потом у ребенка случилось, сколько там, не знаю, ребенку, ну, может, 5 лет было ребенку. Воспаление легких, ребенка положили в больницу. Вот вообще я не понимаю таких горе-мамаш. И вот это чудо приволокло ко мне своего ребенка в гости, хотя мы как бы договаривались, мне не оповещали о том, что я не ждала ребенка в гости. Ну и оповестили меня буквально там за 1/2 часа до прихода, думаю, ну ладно, хрен с тобой, потерплю. Я побуйствовала, понегодовала, я думаю, что через 2-3 негодования уже привыкну к этому. Хотя на самом деле, ну, как бы я пытаюсь потом видеть лучшее, все такое, давать людям шансы, т.д. и т.п. Ну, короче, я понегодовала WhatsApp родственникам. Мне сказали, что дети цветы жизни. Я говорю, дети, ну, кто родил, тому и цветы. И, в общем, из-за того, что девочка была простуженная, с температурой, кашляла всю дорогу обратно. А я и так-то какая-то вяленькая, и тоже у нас тут, ну, ближнее окружение болеет, слегка, возможно, простуженная. Хотя у меня вот раз простуда протекает, ощущение, будто вот высокая температура. 35,2, 35,7 максимум. И я в 6 вечера легла на 1/2 часа полежать и проснулась уже так окончательно где-то в 1 ночи. Ну и в общем, в итоге я сейчас буду записывать обзор. У меня был код бонуса на 300 рупий. Так бы меня жаба задушила. Искала какой-нибудь код бонуса на какой-нибудь подарок, потому что я благополучно прослопочила все нормальные акции. И что-то как-то внезапно мне сам этот сайт выдал, что типа заказ с телефона, а я с телефона оформляла. И выдал мне, значит, кстати, следующий обзор будет тоже про заказ с телефона и другого сайта. Я так поняла, что у нас я вообще первооткрывателем была. Ну, возможно, кто-то, кто не ведет YouTube канал и так далее, тоже уже там делал заказ. Но сейчас про Ифраше. И мне выходит такой код бонуса, там что-то в честь декабря, что если делаете заказ в декабре с телефона, то вот вам скидка 300 рублей на заказ от 1500. У меня как раз вот бесплатная доставка на почту вышла. Там можно, конечно, курьером, но я знаю этих курьеров. Они доставляют, когда им удобно, а не когда удобно тебе. И могут даже без предупреждение явиться. И еще какой-то был
бонус за то, что оплачиваешь онлайн. И вот этот подарок оплаты онлайн, она у меня пропечаталась уже в кабинете, когда отправили посылку. Но я не знаю, что там на самом деле. В общем, сейчас я тут зачитаю. Тут, по-моему, сейчас я гляну, да, тут ничего такого суперинтересного нету, только клиентский номер, номер посылки. Я думаю, уже ничего страшного не будет, если я клиентский номер покажу. У меня как-то этот клиентский номер и фраше передавала непонятно кому по наследству, ну, в кавычках, на самом деле, лет 7, наверное, может, назад, или 5, я не помню. В общем, я, возможно, я только-только начала еще, или я планировала вроде как, на видео заглядывалась, но еще не снимала видеоблоги. И я пытаюсь зайти в свой кабинет, а у меня там оповещение о том, что хрен знает куда, вообще в другую часть России отправилась посылка от моего имени, неоплаченная, и с другим паролем и индексом. Я им писала, они, ой, ну они сначала ломались, потом типа, ну да, мы случайно, у нас там какой-то баг был. Вы можете не выкупать посылку, вы понимаете, я территориально не могу ее выкупить, потому что я нахожусь вообще географически не там, где, куда она пошла. А потом был такой момент, я хотела у них сделать заказ еще в начале декабря, но у меня не проходил пароль. Я им писала везде, куда можно. Потом почитала отзывы на ВКонтактовой группе, поняла, что это какие-то у них ошибки на сайте, что не только у меня там какие-то странности. В итоге пароль у меня сменился. Ну, сменила я пароль. А под конец уже вот даже смогла сделать заказ. Уже вот. Гель для душа с органией 200 мл. Я очень любила вот эту серию Хамам. Мне очень нравилось масло для тела Хамам. Оно дофига дорогое было. По-моему, оно до сих пор у них там есть. И тоже до сих пор прилично стоит. И эти маска там для волос, еще какая-то хренотень, вот эта серия Хама мне очень нравилась. И я очень хотела какую-нибудь вот обновленную у них серию. Я думала, что это лимитки, но это как тупо обновленная серия хамамовскую. То, что с органией. Я думала в Ярик съездить в январе, а что-то такая погода, я вся такая сонная, вялая. Я думала, займусь скандейтом практически с первых дней Нового года. Но вот большей части сплю и ни черта не делаю. И думаю, лучше уж ехать, если там, ну так вот, чисто погулять в Ярик, лучше, наверное, когда тепло. А не такая непонятная погода, то ли дождик, то ли снег. Потом масло для душа с органией 200 мл, мыло «Зимний лес» 150 грамм. Мне очень понравилось ифрашевское мыло, которое мне Лёлька дарила в какой-то посылке, по-моему, летней, там малина или еще что-то было. Я когда-то давно у них кусковое мыло, не то чтобы конкретно так покупала, у меня был набор, тоже под Новый год в каком-то замшелом году, я с 2011-го хорошо занимаюсь серией, с 19 июля 2011 года. И был набор «Цветочная диско», причем почему-то он шел через Мексику, не знаю почему. Может быть, уже случился 2014 год, и Россия захапала этот Крым. Не надо тут мне в комментах про политику писать, если честно, если что. Я просто вот я нейтрально к этому вопросу отношусь. Ну, короче, когда случились эти санкции, какие-то продукты того же Ифраши в Россию поступали через различные страны. Вот через Мексику. Импортировали в Мексику, из Мексики в Россию. Вот у меня был набор из Мексики, взял Ифраши во Франции. Цветочная диска, и там такое мыло было в виде цветочка, вот этой крышечки цветочного диска. И, в общем, вот я тогда попробовала их мыло, мне очень понравилось, оно парфюмированное было. И на самом деле я вот изменила своему списку литературы, точнее вот тем парфюмом на январь. Я, кажется, на декабре планировала, что буду, помимо прочего, цветочное диско использовать, возможно. А возможно, его аналог, этот Морган для тебя. В общем, я дня тут 4 уже юзаю цветочное диско. Единственное, оно от Лёльки красненькое, больше никаких цветочных дисков не осталось. В общем, я решила, что вот, ну как бы гель для душа, он там, по большей части лимитки, они идут уже сделанные в Рашке. Я не стала так вот конкретно рисковать. Мне хотелось именно кусковое мыло, но в принципе по цене нормально было, учитывая, что это 150 грамм. В общем, «Зимний лес», мыло 150 грамм, бальзам для губ и щек нежный розовый 3 грамма. Сейчас цены зачитаю. 169 – это органия, гель для душа. 269 – это масло. 269 – это «Зимний лес». 290 – это бальзам для губ и щек. Ну, вообще, я его хотела для губ. Я почитала отзывы, поняла, что оно мне вот подходит не то, чтобы я вот так вот хотела, да, вот именно такой. Что-то похожее у них уже заказывала когда-то давно. И оно, возможно, даже не было никакой лимиткой. У меня есть бальзамы для губ, у меня есть эти, каких там, даже лак для губ от Ифраше,
кажется, или заказывала. Наверное, в начале года прошлого заказывала. У меня даже есть всякие палетка губных помад от Ifrashe, просто всякие помады. И Лёлька вот дарила подписчице в последней своей новогодней посылке. Но что-то вот мне так захотелось именно такую. Так, мыло «Снежная сказка» 150 грамм, тоже 269 рупий. Гель для душа «Снежная сказка» 50 миллилитров. Я что-то вот так подумала, ну, маленькую просто сказать. Потому что вот у меня ощущение было, что по отзывам я еще смотрела пару обзоров на YouTube, так читала отзывы на самом сайте. Оно напоминает по ходу дела прошлые лимитки, эту, даже по дизайну. Вот по дизайну оно очень напоминает. У них вот предыдущие лимитки новогодние, эту белую ваниль, еще какую-то ваниль. В общем, 50 миллилитров 99 и гель для душа зимний лес 200 миллилитров 169. Ну, дальше у нас тут три пробника в подарок. Я выбрала в подарок для заказа увлажняющий крем для лица вечерний и ночной 2 в 1. Не помню, там с ромашкой, кажется. У меня его чисто подруга в свое время, вот та, которая монетку задарила, заказывает. И я по ее отзывам решила, что можно его попробовать. Там были кружки, я подумала, кружки на новогодние. У меня есть хорошие кружки с прошлого года. Эти лимитки какие-то, они такие хорошие. Мне так нравится, там мой чай, мой кофе, еще что-то. Потом еще какая-то хренотень была. И подумала, что пусть будут лучше крем для лица и тела, этот 2 в 1, тут 50 миллилитров. Изначально у него цена 460 рублей. Вот пробники, они все бесплатные. Потом некий подарок за 880 рублей. Вот я не знаю, что это. Все это у меня вышло на 1233. Соответственно, бесплатная доставка. Специальная скидка 1641 рубль. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Ну, и у меня есть халявная бэушная бумага, что-нибудь писать. Сейчас я вот покажу вот так. Я давно, наверное, не распаковывала так эти коробочки с какого-нибудь сайта заказа. Не получится, наверное, показать, вот чтобы оно не выпало так конкретно. Я не вижу пока тут никакого подарка. Сейчас будем сравнивать с этим. Что такое они тут мне за 880 задарили. В общем, мой хорошенький масло для душа с органией и розой традиции хамама. Сделано во Франции, слава, не знаю кому, слава Мадаками, сделано во Франции. Я так боялась немножко, что оно было сделано в России. Я думаю, что в душе оно будет ярче раскрываться. Вот, кто уже пробовал или раньше пробовал, вообще кто пробовал, и вот будете этот ролик смотреть, дайте знать в комментах ваше мнение. Тут после вскрытия, как обычно, нет, тут нету 12 месяцев после вскрытия, тут годен до на жопке, до ноября 2021 года. У меня, конечно, благодаря Лёльке есть гели для душа, но мне хочется. Если что-то хочется, то этого требует организм. Не поверите, я вижу этот подарок. Я офигею на цены Ifrashe. Я гляну потом на сайте, сколько он вообще стоит, этот подарок, на самом деле. Концентрированный гель для душа Тиара и Иланг Иланг. Сделаны действительно во Франции. Изготовитель, вот. Ну, хорошо, хоть не под присмотром России. В общем, Иланг Иланг и Тиара. Мне, в принципе, нравится этот аромат. Я у них, помню, покупала эти голубые гелики для душа. Гель для душа и волос, и тело. Это 2 в 1. Иланг Иланг. Тиара, точнее. Иланг Иланг изначально, помню, не понравился. Вот эти Жардан Дю Монт. Я его избегала очень много-много лет стороной. И года 2, может, назад купила. Мне что-то так понравился. Ну, вот у меня теперь есть. Вот этот вот гель для душа, который по цене Ifrashe стоит 880 рублей. Супер подарок. Если вы делаете оплату онлайн заказа, ну, предоплату, то бишь, без разницы каким способом. Я вот платила с карты Сбербанка. И
то вот вам придет подарок такой вот концентрированный гель для душа 40, для 40 этих самых. Я помню, у них какой-то гель для душа своего любимого аромата вот тогда только появились, купила, но он мне не понравился совершенно. Он как бы, эта капелька капала больше, чем одна капелька. И я его не поняла. И он с виду где-то был жидкий, где-то был густой. Вот сейчас на него так смотришь, как вот какая-то такая полугустая карамелька. Ну, посмотрим, как он действует. Вот тогда они только-только вводили эти концентраты. У них даже шампуньки, эко-шампунь мой любимый, и еще какой-то гомомель, что ли, концентрированные были. Я помню, комменты читала на самом сайте, что там, ну, типа, нету разницы, что большой формат купить, что такой, что, в принципе, как бы дорого и необоснованно. Ну, посмотрим, как он действует, в общем. Спасибо, Эйфраше, за подарок еще один. То бишь у меня и того получается скидка 300 рублей, потом подарок, который я могла выбрать, и подарок за оплату онлайн. Я еще сначала подумала, что может подарка за оплату онлайн не будет, потому что изначально он не пропечатался в корзине, уже даже после того, как на мыло пришел, и я оплатила, потому что как бы был этот бонус за то, что я делала по телефону заказ, ну в смысле по мобильной версии. Ну вот, круто! В принципе, я давно не делала заказы, и хочется сказать, набери рыбе и рак рыба, но что еще можно ожидать? И там вот раньше, допустим, посылали какой-нибудь шариковый дезик, который нахрен никому не уписался. Извиняюсь за выражение, если это кого-то покоробило. Потом сравнение, точнее, даже не выражение, а сравнение. Давали, значит, какие-то жидкое мыло Жардан Дюмон, именно те варианты, которые мало кто покупает. И, в принципе, вот то, что у них сейчас эти подарки стали, они как-то изменились, это даже круче. Вот раньше, помню, сидела на одном форуме, и еще у них ВКонтакте похожая группа была, Ириски, и там все время негодовали девчонки, вот, значит, ну, бонус на год знакомства, купон, вот это на мыло пришло, значит, сделали заказ, а пришел этот дезик, а ожидали там, допустим, духи, еще что-то. То, что вот они заменили, я помню, еще заменяли гамажиками, обновленной этой серией Plaisir Nature. Так что, в принципе, нормально. По идее, это обновленная серия Plaisir Nature в концентрированном виде. И пока что оба продукта у нас Франция. Еще вот лимитка пошла. Так, лимитированная коллекция гель для душа и ванны зимний лес с хвойно-цитрусовым ароматом. Годен до 12 месяцев после вскрытия. Годен он у нас до 06.22. Сейчас я попытаюсь найти, кто это делал. Ленинградская область, город Тосно. Вот поэтому я и не хотела покупать. Там наборчики были довольно выгодные, там еще какие-то коробочки, подарочки к ним в довесок. Поэтому я решила все-таки, что мыло уж, наверное, должно сделано быть во Франции, именно кусковое. Я почти ничего не чую, но какой-то очень тонкий аромат, я надеюсь, в душе я пойму его и потом в пустых баночках вам расскажу. Возможно, то, что я планировала на декабрь, точнее, с декабря на январь, вот этот обзор того, что я буду юзать в душе, немножко потеснится, потому что я, скорее всего, как минимум парочку вот этот и этот я опробую на днях. Так что в этот раз январю уходовой косметики и парфюмерии я немножко изменила. У меня вот цветочная диска вылезла внепланово. Хотя у меня стоит вот вообще на полочке Mesmerize Black Ivanovski, но к нему вот присоединилась цветочная диска. Однажды я проснулась утром и поняла, что я чувствую этот аромат цветочного диска. Я его прям ощущаю, прям его хочу в него окунуться. И я достала этот флакончик. Так, это у нас гель для душа и ванны с органией и розой традиции хаммама. Органия био и роза био от эко-ответственных поставщиков из Марокко. Кто это у нас делает? Тосно. Московское шоссе, Ленинградская область, 12 месяцев после вскрытия, годен до октября 2022 года.
Ладно, я буду верить, что у них это... У меня же шампунь, который сейчас от Лёльки, вообще остатки там остались, этот мицеллярный фреше, который уже сняли. Зачем сняли, вообще непонятно. Полтора года назад появился, сняли. И у меня первый тоже был, который я покупала, он тоже был сделан в России, ну, под присмотром Франции, и этот Лёлькин тоже под присмотром Франции. И очень качественный, так что я надеюсь, что всё-таки у них хороший сейчас присмотр Франции идет. Тоже очень тоненько так ощущается, но вот именно что роза и органия. В общем, два израшки, два из Франции. Маленькая Минька. Уж маленькую Миньку-то сделали бы во Франции, нет? Не сделали бы во Франции. Подождите-ка. Да, это Ленинградская область, город Тосно. Маленькая Минька. Я помню, маленькие Миньки у них делали во Франции. Теперь маленькие Миньки научили делать в России. Годен дом. Мая 22 года. Гид для душа Иванны «Снежная сказка» с ароматом миндаля. Не знаю насчет миндаля, я там чувствую очень тонкий аромат ванили. Вот эта белая ваниль, которая у них уже несколько новогодних лимиток идет, только меняется дизайн упаковочки. Ну ладно, заюзаем, чё уж. Можно сказать, что они мои ожидания оправдали. Я думала, что эти гели исключительно из рашки будут. В общем, идет у нас мыло шикарнейшее совершенно. До 06.22. Сделано во Франции. Импортер Россия. Трио и Фраше Восток. Слава Мадаками, он из Франции, люди. Вот такой большой кусочек мыла. Я его сейчас аккуратненько ногтем скрою. Не, у меня сейчас идет в использовании эйвоновское мыло от Лёльки. Это лаванда и что-то там от Эйвон, спа-планета. Это я просто сейчас скрою. Кто у нас розовый-то был? Ванилька, да? Сладкая ваниль, очень такой конкретный, хороший аромат. Она немножко отличается от той ванили из предыдущих годов, но все же... Вот, я не буду уже, наверное, вытаскивать его. А то потом обратно не засуну. Ну, в общем, вот такое мыло. Беленькое. Наверное, это тоже беленькое. Оно у нас, тут наклейка, кстати, вот по-русски написано, годен до 07.22, и тоже изготовитель Франция, и импортер Россия. Но я его тоже аккуратненько все-таки вскрою. Тут у нас G190. Вообще, на самом деле, не знаю, что это обозначает. Вот у меня залез на окно. Благодаря ему я вообще сегодня вспомнила, откуда у меня был последний Ванька мокрый с левого берега от подружки Жени. Ее маман. Короче, у меня два цветочка было с левого берега. Как я не пыталась их пересадить и культивировать, чтобы они росли, подпитывать и так далее, мы их укокошили. Один цветок, не знаю, как назывался. Мне сказали, что он какой-то дофига полезный, его все любят, т.д. и т.п. И он похож на такую мяту. Или кошачий лимонник, этот подмятник, мелиссу. Но более толстые листики и немножко так мятно-мелисно пахнет ароматом, но еще чем-то таким отдает. В общем, он у меня умер тоже. А это мыло у нас немножко, ну, такой желто-зеленый оттенок. Если, допустим, вот есть такая соль Давайн, хвойный концентрат, если его развести в воде, то вода в ванной будет примерно подобного цвета, желто-зеленый такой, очень бледный. Другой аромат, но я не могу понять вот сейчас, вот передать, чтобы как, что это. Но я с удовольствием буду это мыло пользовать. Как хорошо, что я тебе заказала мыло. Отличное мыло. Итого у нас пока только три вещи из России. Малютка, бальзам для губ и щек, 3 грамма. Так, годен до сентября 22 года, изготовитель Франция. Импортер и Фраше Восток, как раньше и было, только импортер был и Фраше Восток, больше ничего в России не делал, да и Фраше. Но вот многое что изменилось с тех времен. Лимитированная коллекция бальзам для губ и щек 3 грамма, нежно-розовый.
Я сейчас поближе его поднесу. У меня есть там где-то кисточка. От самого Фреша вот этой палетки Grand Rouge. Мне вообще очень нравятся помады фрешевские вот этой серии Grand Rouge. Ой-ой-ой. Вот он. Сейчас попробую сделать сводчик. Ой, блин. Он, слушайте, он, видимо, растаял. Я думала, он такой твердый-твердый, а он очень даже кремовый. Мне придется потом стереть эту помаду, которая сейчас на мне. Это клиник, карандаш, не помню, кто из подписчиц дарил. Может быть, Алена с Украины, может, еще кто-то. И нанести с пальца. Пока вот... О, меня тут кот когда-то царапнуть успел. У меня, оказывается, кровь на руке, а я не заметила. В общем, если, допустим, на щеки наносить, то очень хорошо растушевывается. Хотя я вот сказала слово, которым как бы не пользуюсь в жизни в этом плане. Но только в рисунке растушевка. И вот если растушевать вот на загорелой руке, то практически незаметно. Очень легко наносится. Вот тут, допустим, так вот второй слой нанести. У меня, конечно, тут зеркала как бы досягаемости нету. И у меня на губах сейчас еще что-то. Я даже не знаю, как оно сейчас выглядит. Ну, на монтаже-то я увижу, а вы увидите раньше. Ну, в смысле, увидите уже без монтажа. Вот у нас тут первый пробник пошел. Это вот туалетка. Сейчас я все-таки это растушую на другой руке. Оно, кстати, не липкое. Вот я растерла это все, потом смою. Оно не липкое совершенно. Отзывы какие-то там местами непонятные были, но один мне так зацепил, и я поняла, что это именно то, что я хочу. Но я не думала, что оно по консистенции именно такое будет. В общем, у нас тут пробник. Я думала сейчас попробовать, но я как-нибудь потом попробую. Ну и в пустых баночках скажу. Это у нас эти обновленная серия духов Цель, Дазур, Парфюм. Импортер Мексикана, как я говорила до этого. В общем, вот это вот. Кто уже пробовал, пользовал, можете дать в комментах отзывы свои. Матин Бланк, белое утро, по ходу дела. Я что-то еще помню из французского. Матан, точнее. Матин, Матан, Ин. Ин Ипи Реден носовой Ан Матан, значит, может быть, даже и не утро. В общем, не помню я точно. Солей, Фрейн или что-то в этом роде. Восточное что-то такое. Очень жалко, что они сняли и цветочная диска, и все остальное, потому что как бы у них все равно люди из России дофига заказывали вот именно тех конкретных хороших духов, учитывая, что цветочная диска 2011 года издания, оно недолго, получается, жил совсем. Хорошо, что они оставили все-таки какие-то конкретные свои вот духи, как Evidence, как явность, которые. Но очень жаль, что они вот именно такие ходовые, конкретные духи, такие легкие, хорошие ароматы снимают, совершенно непонятно почему и зачем. Процитировала одного анонима сейчас. Непонятно почему и зачем. Ну так, и крем у нас. Кремушек 6 месяцев после вскрытия, 50 миллилитров. Сделано во Франции. Слава дьяволу. Слава мне, которая придумала дьявола, который не тот дьявол, которого там вообще принято дьявола, а тот дьявол, у которого там, где, короче, сатана женщина. Инвернозвратный дьявол. Так, у нас по-русски тут ни слова, а нет, тут есть. Ромашка био, увлажняющий крем, все типы кожи, день и ночь защищает и смягчает кожу. Крем на основе экстракта ромашки увлажняет, защищает кожу и дарит ей мягкость. Наносите утром и вечером на кожу лица, избегая контура глаз. Протестировано под дерматологическим контролем. Тесты инвитро на экстракте ромашки. Для какого оно у нас это?
Что? А, вот, до сентября 22 года. Но я, наверное, пока не буду его вскрывать. Я потому что, в принципе, сейчас вместо утреннего крема использую молочко для снятия макияжа. Green Mama, либо этот алоэ вера гель. Ну и вечером я стараюсь сейчас все-таки Green Mama-овским этим кремом ночным пользоваться, потому что у меня здесь вот сухая кожа под очками, как раз где вот очки заканчиваются, на щечках немножко начинается. И если я долго у компьютера сижу, долго с монтажом работаю, там, если обычно вечером или еще что-то, у меня кожа вот здесь сохнет, она мне так мстит, типа, ты поздно легла, вот тебе моя сухая кожа, Лёля. Короче, я не буду его открывать, просто вот такой. Хотя, в принципе, я могу пленочку снять, она вот тут, как бы хочешь, чтобы ее сняли. Просто покажу баночку, но вскрывать не буду. Потому что раз после вскрытия оно живет все-таки 6 месяцев. Впервые держу в руках. Тут он нарисован, что можно распатронить коробочку и узнать кучу информации. Даже по-русски. Даже много по-русски. Вот такая вот баночка. Pure Camille. Вот эта серия Pure Camille мне очень нравилась на самом деле. У меня вот то сестра одна из очень любила пенку для умывания, эту зелененькую Pure Camille. Гель для умывания или как-то там гель для снятия макияжа. Потом мне очень нравилось молочко. У них лосьон для лица, молочко для лица. И вот лосьон с молочком для лица, два в одном. Я, правда, не понимала разницу, но они мне все три очень нравились. Жалко, что вот сняли там вот именно в том формате, как оно было. Сейчас вроде как другой дизайн, возможно, даже что-нибудь там поддобавили. Я не знаю, заслюдированное оно или нет. Я не буду открывать. Ну, а тут вот на жопке написано до сентября 22 года. Увлажняющий крем все типы кожи, день, но наносить на кожу лица, избегая контура глаз. Сделано во Франции. 6 месяцев после вскрытия. Вот такая вот замечательная баночка. Я ее выбрала себе в подарок. Да, вот тут всякая информация. Ну, сейчас попробую, может быть, сюда засунуть ее обратно. У меня тут будет кремиш про запас. И в итоге еще раз скажу, там я не так ее одела. У меня вышло вот теперь так. Три подарка. Это скидка 300 рублей. Крем для лица, который я выбрала. И подарок за оплату онлайн заказа на сайте. Это вот концентрированный гель для душа. Ну, пробники они считают подарками. Наверное, пробники тоже подарки, но я их не считаю подарками, потому что раньше пробники можно было выбрать. Я бы, если бы были там выбор какой-нибудь, я бы, может, что-то другое себе в пробники выбрала на самом деле. Но тоже, в принципе, неплохо. Вот познакомлюсь с их парфюмом, который я скептически к нему отношусь на самом деле. У меня бумажка осталась. Можно ей будет пошуршать как-нибудь. И коробочка, которую мы будем с радостью грызть, я подозреваю. Я не буду снимать. В общем, всем спасибо за просмотр и всем до новых встреч.